В станице Григорьевской вечером 17 сентября загорелось здание бывшей церкви. Его построили еще до революции. После капитального ремонта здесь шли богослужения в течение 15 лет. В 2010 году построили новый храм, и службы на прежнем месте больше не проводились. Вчера буквально я из магазина купил там для лавки иконы и прочее. Это в 5 часов подъехал к храму. И тут еще один батюшка был. И мы увидели, что дым идет из-под крыши. Сразу позвонил в пожарную службу. Где-то через полчаса пожарники приехали, начали тушить. Но ведь там сухой лес, уже 200 лет отстоит здание. Поэтому балки сухие, все сухое, оно как пыхнуло, загорелось. И тут, конечно, что-то спасти уже было невозможно. Пожарная бригада оперативно устранила возгорание. В пожаре никто не пострадал.